почему голуби коллегу перетели? В середине дня маленькой сельской школы на высоком столбе стоит красивая деревянная избушка с окошками и дверью. Живут в ней ежедневно дети приносят им есть, кто пшеницу, кто хлеб, а кто и гречку. Кормят по очереди, чья очередь подоспела кормить, тот и зовет голубей себе гули-гули. Они едят и приближаются к дереву бояться. Чего они на руки не идут, удивляются дети. Последний день обучения учительница сказала, чтобы летом дети тоже приходили в школу и кормили голубей. Прошло лето. Наступило 1 сентября. Каждый, идя в школу, вспомнил о голубях, как они там живут. И каждый положил себе в карман какое-то угощение. Вот и школьный двор. Учительница говорит, разведите дети по одному. Хочу увидеть, кто кормит голубей летом. Дети рассыпались по двору. Каждый стал звать голубей. Гули-гули. Угощение сорвали голуби со своей избушки. И все прилетели к Олегу. Крылью оно близко-близко его. Один даже на плечо ему сел, второй на руку, а других детей голуби будто и нет.